Потрясающе. Так хорошо смотрится. Завтра вместе с паланкином и носильщиками поход в деревню Трап поможет нам, смертным, выглядеть лучше. Хозяин, что с тобой происходит? Снова старая болезнь? Не беспокойся. Я пойду на кухню и приготовлю куриный суп. Завтра в такой радостный день не должно быть никаких неудач. Фея. Целитель Адзю вас приветствует от имени Юйху. Ху? Какой Ху? В Северной Земле действительно есть такая чистая и утонченная женщина? Я даже не осознавал это. Неудивительно, что я до сих пор был одинок. Должно быть, это судьба. Почему мне кажется, что я вас знаю? Но не помню. Давным-давно я была нефритовым горшком в твоем дворце. Вы меня просветили, и я приняла облик человека. На этот раз я рискнула просто, чтобы уговорить вас. Не жениться. Ты только что сказала «не жениться»? Почему? Потому что кровавая свадьба, о которой твои сны, это не иллюзия, а твоя прошлая жизнь. Прошлая жизнь? Ты имеешь в виду, что в прошлой жизни я женился на Сяолань? Но почему я увидел во сне, как она умирает? Прошлое и настоящее жизни имеют свою карму. Ваши виды разные. Скрещивание видов может закончиться не очень хорошо. Но Ганадыр, мой Мэнджи, одна дух, а другой смертный. Почему они могут быть вместе? Вы не простой смертный. В этой жизни, боюсь, вам не избежать беды. Иду, иду, куриный супчик, горячий, попробуйте. А где фея? Сестра Гандарема, посмотри на это. Выглядит хорошо? Хорошо. Тогда я надену это завтра. Князь Дзюмин, положите Ганадерму. Я знаю, что ты не виновата, я отпущу тебя сегодня. Но об этом нельзя никому говорить. Коробка внутри тоже принадлежит целителю Адзю? Верно. Он достал ее из своего гардероба. Мне как раз понадобилась коробка, поэтому я использовала ее для хранения. Она идеально подходит. Может ли, что целитель Адзю что-то связывает с высшим управлением? Не может быть, чтобы целитель Адзю доброжелательно относился к Сяолань. Он не мог быть в высшем управлении. Нас ждет свадьба. Пусть все пройдет без проблем. Какой-то паршивый целитель. А вот и он идет. Старейшина Жэньшэнь, пожалуйста, откройте барьер. Sure.
Ланду? Глава Дзюмин. Давно не виделись. Эти мерзавцы использовали меня, чтобы захватить духов. Ни один смертный не держит своего слова. Ланду, теперь, когда ты сбежал из управления, остановись. И я позволю тебе вернуться на гору. Вернуться к чему? Ты устроил мне засаду в прошлый раз, я должен отомстить! Хозяин, осторожнее! Абай! 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 Хозяин, это вам. Берегите себя, пожалуйста. Прошу. Хозяин, мне некуда идти, кроме зала трав. Раз ваше сердце принадлежит Сяо Лань, то мое сердце вам. Пойдем. Абай. Хозяин. Я впервые вижу вас таким могущественным. Возможно, у меня нет способностей, но прежде чем умру, я могу сказать, что я сделал что-то для вас. Что за чушь ты несешь? У тебя еще целая жизнь впереди. Поторопитесь. Поторопитесь. За Сяо. Абай. Поторопитесь. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Пойдем со мной, ладно? Абай. Байконен! Нет. Что-то случилось, Сяо Лань. Ча!
是看风微蝶飞过你北风，不过平时一